Один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово – отметили во всех, от больших до самых маленьких, храмах столицы Среднего Урала. Общегородское праздничное богослужение в ночь на 7 января состоялось в Свято-Троицком кафедральном соборе. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Храмы Екатеринбурга рождественской ночью были полны народа. Многие пришли на ночное богослужение, чтобы прославить Богомладенца Христа. Несмотря на совсем юный возраст, в Свято-Троицком кафедральном соборе присутствовало много детей, пришедших вместе со своими родителями. Это и неудивительно, тем более, что и праздник Рождества – это детский праздник, день рождения Божественного Младенца, просветившего мир. Иерусалим весь спит, спят все окрестности, бодрствуют в это время только пастухи. И именно тогда совершается величайшее таинство – рождение Сына Божия, Рождество Христово. Великий праздник Светлого Христова Рождества, всем нам хочется, чтобы наша жизнь была тихой и мирной, чтобы мы простили друг другу те обиды и нанесенные сердечные раны, которые мы могли нанести своим близким людям. И чтобы мы всегда помнили о том, что Бог, Творец, Создатель всего мира, всех нас с вами, пришел на эту землю только ради того, чтобы вернуть человека в лоно Отца Небесного, чтобы он вернулся к Богу, чтобы, как некогда отвернувшись от Него, он увидел Его сегодня, особенно в этой Вифлеемской пещере, и осознав то смирение, то уничижение, которое принял Господь Бог, Творец, ради нас с вами, и сам тоже смирился и в кротости сердца припал сегодня к этим Вифлеемским яслям, с любовью воздавая ему свое благодарение и в надежде молясь на его божественное присутствие в своей жизни, его великую божественную помощь, которую он оказывает каждому, кто к нему обращается с твердой верой в его божественную любовь и с твердой надеждой на его божественную помощь. Митрополит Кирилл сам вон и зачитал рождественское послание святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, после чего, обращаясь к молящимся, поздравил жителей Екатеринбурга и гостей города с этим светлым праздником. Поздравляю всех вас с праздником. Радуюсь, что эти святые часы мы провели вместе с вами в Божьем храме и надеемся, что этот день, в который мы вступаем, день Рождества Христова, а также и другие святые дни, будут для нас этим действительно праздником жизни, радостным, духовным, светлым, тихим и благодатным. Храни вас всех, Господь, с Рождеством Христовым!